Новое поколение британской ракеты, мотоцикла «Триумф» или на английский манер «Triumph Rocket», представлено сразу в двух модификациях – R и GT. Первый более спортивный, второй заточен на больший комфорт. У GT есть ветровое стекло, более низкое седло со спинкой позади пассажирского места, ручки смещены назад, а подножки наоборот, вынесены вперед. Кроме того, две версии отличаются цветовой гаммой и колесами. Объединяет их двигатель – трехцилиндровый монстр объемом 2,5 литра. Это много даже по меркам современных автомобилей. Не случайно британцы называют его самым крупным мотором в истории серийных мотоциклов. Это на 200 кубиков больше, чем у ракеты первого поколения, 15-летней давности. Пик тяги достигается на 4000 оборотов, а отсечка сдвинута к 7000. Двигатель встроен в алюминиевую раму и является несущим элементом. Сочетается он с шестиступенчатой коробкой. Собственная масса мотора снижена на 18 кг за счет нового коленвала, сухого картера и балансирных валов. Таким образом, общий вес мотоцикла менее 3 центнеров. Обе модификации ракеты уже в базовой комплектации имеют ABS и Traction Control, работающие при наклоне мотоцикла. Список оснащения включает сенсорную настраиваемую приборную панель, диодную светотехнику, круиз-контроль, противооткатную систему и навигатор. В продажу мотоцикл поступит в ноябре, тогда же объявят и цены. Предположительно, прайс-лист начнется с 20 000 фунтов стерлингов или около 1,5 миллиона рублей.